число военных из ОАЭ, погибших в результате ракетного обстрела в провинции Мариб в Йемене, возросло до 46 человек, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National. Атака произошла в пятницу утром, когда выпущенная йеменскими повстанцами ракета «Воздух-воздух» взорвалась поблизости от склада боеприпасов 107-й бригады вооруженных сил ОАЭ, вызвав детонацию. Согласно изданию, еще один из эмиратских военнослужащих скончался от полученных ранений. Первоначально сообщалось о гибели 22 военных из ОАЭ, впоследствии эта цифра возросла до 45 человек. В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и лояльная экс-президенту Али Абдале Салиху часть армии, а с другой – войска изгнанного ими Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.